Добрый день, всем большой привет! Я приветствую вас на своем канале о многоцветной вышивке Нева Стич. И сегодня я хочу рассказать вам об очередной своей многоцветной вышивке, которая называется «Спокойной ночи». Схему к этой вышивке разработала Елена Горбанева, фирма «Семь слоников». Эту схему я начала вышивать в январе этого года. На данный момент у меня отшито где-то чуть больше 4%. Когда я вам первый раз показывала эту схему, эту вышивку, то у меня было отшито где-то 4500. Это был вот левый нижний уголок. Здесь мы видим это лапка собачки большой. Дальше здесь будет вышиваться ковер, такой достаточно сложный. Вот. И здесь вот у меня уже проглядывает, на этом ковре лежит мячик. Но, как я слышала по отшивам других девочек, кто вышивал эту картину, что вот ковер вышивать очень сложно, одиночка на одиночке. Ну, я бы не сказала, что одиночка, но работа в так называемом режиме рассыпуха. Да, вот здесь просто рассыпаны крестики сплошным, как пшено рассыпали. Каждый цвет именно так и вышивается. Нет, в общем-то, практически нет каких-то вот цветовых пятен, только вот рассыпанные крестики. Ну, и, наверное, потому что здесь, в общем-то, рисунок ковра, он такой леопардовый. Поэтому, наверное, так и получается, что вот крестики рассыпаны, они практически однотонные. Вот. И, в общем-то, ну, я бы не сказала, что очень сложно вышивать. Ну, да, наверное, как-то немножко заморочено, но ничего. В общем-то, после того, как я отшила самые трудные места в своей предыдущей вышивке «Игра в шахматы», мне не показалось, что это очень сложно. В принципе, нормально. Вот начала вышивать мячик. Здесь тоже, в общем-то, я бы не сказала, что так все гладко и какие-то цветовые пятна. Такая же самая рассыпуха. И в некоторых местах, как у нас нынче модно говорить на Ютубе, присутствуют дикие бленды. Но я бы не сказала, что это бленд там черный с белым. Нет, здесь, в общем-то, тоже есть контрастные бленды. Например, темно-коричневый и темно-песочный. Но они, в общем-то, достаточно гармонично ложатся вот в такой теневой рисунок здесь вот на мячике, и все, в принципе, нормально. Вот здесь вот красная пошла, это вот будет лестница вверх. Здесь тоже есть такие вот бленды, как 310 с 815. Тоже можно сказать, что это дикий бленд, но я думаю, что это вот место, это будет, так скажем, ступенька немножечко в тени. И, в принципе, в общем-то, я думаю, что это будет смотреться достаточно гармонично. Я себе дала задание вышить вот на этой неделе, которая была у нас, где-то порядка, ну, не знаю, 2000-3000 крестиков. Вот. Вчера я отшила, вчера у нас была суббота, 11 сентября, вчера я отшила 1500 крестиков, сегодня, надеюсь, тоже отшить около 1500, но сегодня будет сложнее, потому что я вот шью сейчас вот этот кусочек, но здесь уже большого количества крестиков по каждому цвету не наблюдается. Здесь где-то осталось у меня по 30, по 40, и, в общем-то, здесь будет посложнее. Вот. Дальше я, наверное, оставлю эту вышивку. А на следующей неделе я с понедельника возьму другую. Вот, но до конца года мне очень хочется дошить вот этот вот весь ряд сначала до конца. И вот тут тоже вот на высоту трех клеточек тоже сначала до конца. Но это вот как бы мои мечты, а как они получатся в жизни, я не знаю. Потому что это у меня не одна вышивка многоцветная, а их 9 штук. И мне очень хочется
достаточно большими такими продвижениями пройтись по каждой вышивке до конца года. Тем более, что у меня через месяц, наверное, намечается основным процессом итальянка от Надежды Ильиной. И, в общем-то, там будет вышивка крестом. Если вот это у меня полукрестом, то там будет вышивка крестом. И она пойдет немножко медленнее, чем вот это вот. Эту вышивку я делаю на конгресс стране 24-го каунта. Вышиваю я полукрестом. И, скорее всего, это у меня не полукрест, а именно петит, потому что я вышиваю немножечко вот справа налево, хотя я двигаюсь слева направо, но полукрестик я закладываю справа налево, из верхнего угла правого в нижний угол левый. И у меня получается на каждой вот пятитеньке такое вот обвитие основной ниточки. Вот так я вышиваю, я как бы и пишу задом наперед, то есть не задом наперед, а наклон в другую сторону, в левую. Так вот мне и вышивать хочется, но с наклоном в правую сторону, но немножечко я закладываю полукрест в обратном направлении. Вот. Но мне кажется, что так и после стирки сам конгресс-трамин меньше тянется. Вот как, например, я также вышивала свою вышивку в гостях у зайки. Там девочка вот в красном пальтишке, в красной шляпке. Я тоже также закладывала полукрестики, и саму вышивку у меня после стирки повело, ну, очень незначительно, очень. Вот, возможно, вот за счет того, что я вот так вот именно закладываю полукрестик. Вот. И еще, как бы я хотела бы вам рассказать вот в этом видео, у меня случился небольшой стартик. Я насмотрелась на YouTube, девочки начали вышивать сюжеты такие вот хэллоуинские. И мне понравился один сюжет с тыковкой. Я вам покажу в следующем, наверное, своем включении. Сейчас там как бы мне осталось буквально до конца вышивки где-то крестиков даже меньше, чем 200. Ну, там будет много бэкстича, поскольку это авторская схема, то там много бэкстича. Я вам покажу, как я сейчас на каком этапе нахожусь на этой вышивке. А в следующий раз я вам, наверное, в следующем видео покажу уже, наверное, законченную работу. И все вот такие работы, которые я закончу как бы в ближайшее время, у меня идет по плану. В ноябре я хочу сходить в багетную мастерскую и наконец-то оформить хотя бы несколько своих работ, поскольку я этого не делала очень давно. Я практически свои вышивки профессионально не оформляла. Мои вышивки очень любил оформлять мой муж. Вот, но там, конечно, и багет был попроще, а тут мне хочется сделать вот такое профессиональное оформление. Я хочу оформить, я в Ленбагете. Ну, посмотрим, как все это получится. Сейчас у меня в планах до ноября месяца как можно больше отшить, чтобы у меня были финиши. Ну, сейчас я повышиваю вот эту вот часть. Я хочу догнать как бы свою норму на сегодняшний день до 1500, если у меня получится. И в конечном итоге я покажу, что у меня получилось нашить за эту неделю. Потому что с понедельника, как я уже сказала, я буду приступать к новому своему процессу, о каком я скажу вам позже. Хочу показать, какой цветок у меня расцвел. Такая вот малышечка. И такой вот у него цветочек красивый. Это растение называется лагерстремия. Вообще это большое растение. Может вырастать большим кустом. У меня это не одно. Вот это тоже вот лагерстремия. Вот. А, и вот еще одна лагерстремия. Дальше у меня там малюсенькая гордения. Вот это гранатик. Нет, это не гранат, это мирт. А вот рядом с ним растет вот это гранатик. Такие малышечки у меня. Это детский садик такой. Вот. Таверночка у меня здесь. Алексия такая малюточка в таком
малюсеньком-малюсеньком горшочке. Вот такой у меня детский садик с подсветочкой. Целый день они у меня на таком, с такой подсветкой живут, на ночь выключаю, конечно. Угу. Вот такие у меня малыши здесь. Ну вот, как я вам и обещала, я вам показываю свой неожиданный стартик. Это вот маленькая тыковка. Здесь мне осталось дошить чуть меньше, чем 200 крестиков. Ну, еще будет бэкстич. Схема выполнена по картинке Анны Петуновой. Сейчас я вам покажу. Такая тыковка. Много бэкстича. Она такая, такая нарядная, такая аппетитная, такая осенняя-осенняя. Так и хочется, вот она там в кустиках, в листочках, как солнышко. Очень приятно, вышивается очень быстро. Отшил 150 крестиков, 10%. Еще немножечко отшил, 20%. Вообще шикарно просто. Я вышиваю ее полным крестиком. Это у меня вышивается на линде 27-го канта. Размер самой вышивки где-то порядка 50 на 50 крестиков. Отлично. Прямо она такая аппетитная. Хочется, не знаю, тыквенного горячего супчика. Или хочется, я не знаю, варенье из тыквы. Прекрасно варенье из тыквы можно сварить, если добавить туда немножко персиков. Оно получается такое ароматное, такое вкусное. Такое вот янтарно-желтое. Я очень люблю варенье из тыквы. И очень люблю тыквенный супчик. Вот сегодня я дошью, наверное. Ну, я не знаю, даже получится у меня нет. Это такой процесс, который вот буквально перед сном. Хочу дошить здесь вот эти вот недостающие 200 крестиков. Ну, а на следующей неделе, также в режиме вот вечерней вышивки перед сном, сделать бэкстич. Его не так уж и много, но с бэкстичем у меня такие сложные отношения. Я его не столько боюсь, а самого бэкстича, сколько как-то опасаюсь, что у меня получится неаккуратно, и вышивка будет выглядеть неопрятно. Вот это у меня такие опасения, поэтому такая у меня предубежденность перед самим бэкстичем. Вот такая вот тыковка. Натянута здесь на пяльце. Не очень так она как-то у меня вытянулась по вертикали. Немножко вышивка. Но я надеюсь, что после стирки это все разойдется и будет все нормально. Вот. Ну, такое вот у меня солнышко в зеленых листиках. Я, наверное, в следующий раз вам покажу. Или перед бэкстичем уже законченные все как бы крестики отшиты. Или уже готовую вышивку после бэкстича. Но это будет уже следующая неделя. Добрый вечер! Сегодня понедельник, 13 число, 13 сентября. Это мое последнее включение в отшиве этой схемы. Вчера себе я ставила в планах отшить 1500 за вечер, но 1500 я отшила. Но так получилось, что я отшивала не правый угол, где вот мячик на ковре, потому что там, в общем-то, остались такие вот одиночные крестики. И, в общем-то, их достаточно много. Надо было бы менять очень часто иголку с ниткой. И поэтому я бы вряд ли дошила бы вот этот уголочек за один вечер. Поэтому я сделала такой ход конем и отшила 1400 крестиков. Вот на вот этих вот местах вышивки. Здесь была практически зашивка одним цветом. Вот я быстренько все это доделала. И я хочу сказать, что посмотрев схему, сейчас я вам покажу. Вот. Вот эти места, это как раз две маленькие собачки. Вот часть вот этой темной отшивки, это собачки. Вот здесь вот под хвостиком у одной, а второй вот здесь вот под брюшком. Так что следующее, когда я возьму в следующий раз вышивать эту схему, мне будет уже гораздо интереснее. Может быть, я буду отшивать не рядами полосками, а просто вот возьму собачку, маленькую щеночка, отошью сначала одну, потом другую. И, наверное, мне так будет уже даже интереснее и
на вышивке уже появятся главные герои. Ну вот мячик мне будет, конечно, отшивать посложнее. Вот, но он тоже такой красивый. Я думаю, что вот этот вот ковер пятнистый, это самая сложная часть в этой вышивке. Дальше вот лестница красная. Здесь, в общем-то, я думаю, не такое многообразие цветов, как на ковре будет. Дальше вот девочка в ночнушке. Попробую полистать вверх. Вот, девочка. Ну, юбка, она такого темно-зеленого цвета. Это тоже, я думаю, что там не такой разброс цветов. Вот стена бежевая, она очень просто вышивается. Вот эта вот часть интерьера. Ну, там, может быть, посложнее будет балюстрада вот эта вот. Ну, вот я так прикинула, что вот самая тяжелая часть вышивки, это как раз будет вот этот ковер. Ну, я не знаю, может быть, будет тяжело отшивать большую собаку, вот шерсть у нее на груди. Здесь, может быть, тоже могут быть сложности. Ну, поживем, увидим, до этого еще далеко. А в следующий раз я вот, наверное, возьму в работу вот этот вот угол. Мне надо будет его набраться сил и дошить. Ну, и маленькие щеночки по плану. Вот. Ну и теперь в конце расскажу, что касается статистики. Значит, в сентябре я отшивала эту работу ровно 7 дней. И за эти 7 дней у меня отшито 6500 полукрестиков, петитов. А средняя скорость, я думаю, отшива у меня было где-то крестиков 700 в день. Потому что вот на будних днях, вот понедельник, вторник, я где-то отшивала по 500, по 600 крестиков. Ну, а суббота, воскресенье, в пятницу, вот я шила примерно по 1500. И как бы в общем, если посмотреть на отшив в целом, то у меня получается, что сейчас работа у меня находится 5,5% от общего числа, и это в крестиков 9 с небольшим тысяч, а всего по схеме у меня 164,5 тысячи петитов. Ну вот, в общем-то, теперь я с этой работой буду прощаться на какое-то время. Я не знаю, когда я ее там возьму еще в следующий раз. Мне очень хочется отшить в этом году где-то 10% от этой вышивки. Ну, посмотрим, как оно у меня продвинется, когда я эту работу снова возьму в руки. Какие щеночки миленькие, просто вот вообще такое детство. Смотрят на свою хозяйку, ее уводят спать за ручку, девочку, а они вот с ниточкой, с веревочкой, там бантик какой-то прицеплен, спрашивают: ну куда ж ты пошла, ну давай еще поиграем. Вот, но мама собака тоже, в общем-то, намерена своих деток отправить спать. Вот. Вот такой классный сюжет у меня был в работе, мне он очень нравится. Вот, и я еще, наверное, один-то раз точно возьму в руки этот сюжет в отшив, чтобы как можно ближе мне достичь вот этой вот своей поставленной цели в 10%. Ну, на этом я хочу закончить свое видео. Всем пожелать хорошего настроения, главное – здоровья. Будьте здоровы, счастливых вам крестиков, шустрой вам иголочки. До новых встреч. Пока-пока.